полностью. Так, что сдалека над армейский бронежилет схватил. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся. Здравствуй! Тебе. Так ближе, чем на 50 метров вообще не подходит. Ты даешь! Ну, типа я слушаю. Ну, типа, привет. Типа я слушаю. Ну типа привет.
Не боись! Давай-давай, вперед! Вот видишь? Я ж говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Сталкер, помоги! Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Ну, привет! Вот это реальная тема, да, опять? Типа я слушаю. Держись, кореш, сейчас все вот будет это пучком. Реальный пацан. Спасибо. Кончай уже, Рихтер. Да. Здравствуй, сталкер. Ну что, есть что-то новое? Слушайте, мужики. Ну и чё надо?
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Тут очочки поправил, и ему так осторожно: «А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен?» А сталкер: «Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули, а сейчас вдруг плавать начали». Как бы я солдат этих кончил. Второй раз весь прибыток за месяц. Возможно, еще не все. Слушаю тебя. Привет, брат!
Yeah.